Конструктивно проспект Кирова после ремонта не изменится. Пешеходные переходы и съезды останутся на своих местах. Задача подрядчика – все обновить, чтобы старая улица получила новый вид. Самое приятное, что подкупает, как и водителя, то, что профессионально работают над покрытием дороги, над восстановлением зеленых газонов. Для пешеходов предусмотрены комфортные тротуары. Это не капитальный ремонт. Фонари и ливневку делать не будут. Но работы без этого достаточно. Участок протянулся от улицы Марата до Хибинского переулка. Естественно, производится контроль. Причем контроль производится не только заказчиком этих работ. Это управление дорожного хозяйства и администрация города. Но вот как и в прошлом году, это требование федеральной программы. По конкурсу выбирается лицензированная компания, которая будет проводить строительный надзор в процессе производства работ. У подрядчика еще два объекта в Первомайском округе. Чтобы удобнее распределять силы к проспекту Кирова, он приступил на месяц раньше. Объект не сильно сложный. Сложность заключается единственное только в том, что очень большой поток трафика машин. Общественный транспорт. Поэтому в дневное время мы сейчас пока будем работать, а на укладку асфальтобетонной смеси, скорее всего, уже будем согласовывать режим работы в ночное время. Подрядчик обещает перекрывать движение только ночью и по одной полосе, чтобы по проспекту Кирова всегда можно было бы проехать. Первый слой асфальта начнут укладывать через неделю, а в конце месяца займутся чистовым покрытием. Александр Клепцова, Сергей Расюк, ТВ-21+.